Россия прощается с Лолитой Милявской. Недавним событием в шоу-бизнесе было то, что Лолита Милявская вновь вернулась на сцену после долгого затишья. Но, как ни странно, ее поклонники снова будут огорчены. Россия прощается с Лолитой Милявской. Печальная новость для фанатов. Певица вновь отправляется за границу, чтобы дать множество концертов в известных городах мира. Зарубежные поклонники Лолиточки ждут ее с нетерпением, мечтая о незабываемой встрече со своим кумиром. Подготовка к турне проходит достаточно тщательно. Певица подбирает лучшую команду для поездки. Это событие весьма значимо для эстрадной дивы, потому как она очень сильно любит давать концерты в странах Европы. В детстве я очень часто мечтала о том, как я буду выступать на сцене зарубежных стран, петь самые прекрасные песни и одевать обалденно красивые наряды для выступления, говорит Лолита Милявская. После официального интервью певица поделилась секретом о том, что очень скоро уйдет со сцены. Лолита планирует покинуть шоу-бизнес после того, как ей исполнится 50 лет. Такое откровение потрясло ее поклонников. Все надеются на то, что Лолита сказала это сгоряча, из-за усталости. Вскоре она пересмотрит свое решение.